Топа, вот это я сушенок ест кашу, да. Алюшка нянечит, Алюшка нянечит. Я только что, друзья, пыталась минут 15 натянуть на него памперс. И поняла, что это невозможно ни физически, никак. Клюшка бедная не может понять, что такое. Подожди, я не могу вас двоих. Ладно, навожи его на мисочку кашу. Эй, иди сюда. Выветришь прямо. Нет, нет, в ее мисочку. Это мелкая для насушенка. Ей неудобно будет кушать. Да. Это не животное, это вот сплошной выветыш. Давай, иди сюда. Иди. Иди, моя звездочка. Иди. Ах же ж, он Люсю достает. Глянь на них, на двоих. Это как лисичка. И журавель. Я ему положила в маленькую мисочку. А ей неудобно. Сейчас. Люся, подожди, я ложку возьму. Моя зяйка. Давай. Эй, ты, детеныш, иди ко мне. Вот он. Совместный. Люсь, ну так не делается. Ну посмотри, сколько. Люся. Ну как только вы вместе завтракаете, все. Жесть какая-то. Ты теряешь все манеры свои. Ты шо, Люсь, ползи, скользи сюда, иди, иди сядь, бога ради. Не ложись на эту кашу, твоя, твоя. На. Сейчас опять вас обоих мыть придется. Влад, вон там бумага, вытри, пожалуйста, эту кашу, потому что... Угу. Потому что этот мне... Каток на льду. Потом их еще полчаса обеих мыть. Отодвигает. Ты уже поел. Пока он с ложки Люся руками. Все. За шею обняла. Вывозю-кала его всего. Эй! В ресторане прямо. Какой же вся моська. Какой же тут ресторан, скажи. Сейчас пойдем в детский сад. А куда ты? Ой, его тоже надо вытереть. А то нам там... Вчера что-то там понаписали люди, увидели, значит, что Люська с малым там в детском саду, не бойся, не бойся. И значит, ай-яй-яй, мы видели за стеклом Люсю и насушонка, да? Что это такое? Дайте объяснение. Друзья, серьезно, я вчера почитала. Во-первых, посмотрела видео, которое там все видели. Ой, как мне понравилось. Миленькое видео, девочка сидит с Люськой через стекло, играется. Боже, музыку такую подобрали люди. Люся лапками, девочка с этой стороны руками. Такое милое видео. Друзья, наши съемки... А, и что-то, что-то значит, там вот, значит, между, типа, между съемками или... Какая жизнь у Люси, что вне съемок, в общем... Хрень какая-то.
И мне так хочется сказать, друзья, наши съемки это 15-20 минут в день, просто я не могу не делиться с вами вот этой всей милотой. Так, сейчас кто-то нагадит. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, отъехали, чтобы мелкая не спрыгнула. Продолжу, наши съемки это 15-20 минут нашей жизни в день, да? Во-вторых, так, не лезь, не лезь, наглючая. Во-вторых, друзья, моя жизнь не посвящена, она не стоит, не состоит, и я не нянькаюсь 24 часа в сутки. У меня есть работа, важная работа, ее много. И поэтому днем и Люся, и малыш в детском саду, я это вам показывала, за стеклом сидят, где их кормят и смотрят. Неужели вы думаете, что они были бы счастливее, если бы я их оставляла здесь, в маленьком вольере, одних? Там даже есть, повесили таблички такие, где объясняют, это еще и воспитательная работа, объясняют людям то, что это животные там не из природы, да, это отказнички, которых вынуждены... Ой, ты стала лапой есть, как Люська. Которых смотрят люди, высматривают, потому что от них отказались мамы или в силу других обстоятельств. Я, наоборот, просила вот такой показательный как бы детский садик, да, где люди могут увидеть и понять. Вот эта девочка в видео, которая милая, ставит с одной стороны стекла ручку девочка, а с другой стороны Люся ставит лапку. Она никогда потом не ударит кошку. Понимаете? Она не пройдет, эта девочка, мимо какого-то вот, пройдя такую, увидя, вот так поиграясь, имея у себя такое видео, я не верю, что эта девочка там пройдет мимо где-то, где беда, где животное попало в беду. Поэтому, да, я езжу в саванну ко львам, я хожу с Олегом Алексеевичем в суды. Помимо этого я работаю. Те, кто бывает в парке, те видят часто, что я слежу за порядком, чтобы люди не лезли. Предостерегаю людей. Точно так же Влад, он занят. И для меня как-то странно были, значит, текст. Надо у Татьяны потребовать, значит, объяснений, что такое. Значит, Люся там вот где-то, значит, видео. Люся за стеклом в детском саду. Вот они буквально у нее. Эй, хвост. Что такое? Я говорю, мне в таких ситуациях хочется сказать, что, друзья, вы серьезно? Из-за того, что я вам показываю свою жизнь и жизнь этих замечательных зверюшек, как бы свободное вот мое, ну, считается свободное мое от работы время, вы думаете, что вы будете вот что-то требовать, значит, надо у Татьяны узнать, ай-яй-яй, что такое? Вы же своих детей отдаете в детский сад, и они там у вас сидят, да? Скажи, и ничего, пока вы работаете? Так это, скажи, человеческие детеныши, да? А это питомцы. Отик, отик, отик. Так она любит на сушенок. Ой, идите, идите. Несчастные дети, которых отдают в детский сад. Да? Но... Ну, а тебе несчастная, по вам же видно, какие вы несчастные, да? Какие вы нелюбимые. Ты будешь помидорку?
Так что, друзья, не поддавайтесь хейту, а думайте и анализируйте, скажи сами, да? А детский садик, скажи, это хорошо, перед ними проходят люди, ну, все ты свое уронила. Люди их видят, они видят людей, у них целый день есть развлечения, с ними занимаются. Люся, кинь ей, кинь, а я тебе дам новую. А тут она целую не может есть, Люсь, и раскусить не может. На, Люсь, на. Иди сюда, иди. Иди, моя маленькая, иди. На тебе вон раскусанный помидорчик. Скажи, а у нас, скажи, все хорошо, да? Называется, не дадим хейтерам ни единого шанса. О, ну вообще нелюбимая. В детский сад отдали, все, все. Дети усиленно трудятся, раз они сидят в детском саду за стеклом, да? Моя рыба золотая, скажи, нет, давайте мы будем сидеть, пока нет мамы с папой в темной клетке, в маленькой, и будем пищать, потому что нам скучно. То есть, скажи, на взрослых животных люди могут смотреть в вольерах, а на маленьких умилительных вот этих малышей, которые они нигде в дикой природе не... Так, не ешь хвость, Люсин. Нигде не увидят в дикой природе. Скажи, не-не-не, люди не должны их видеть, да? Люди не должны понимать, что если бы не работники зоопарка, то этих малышей не было бы вообще. Ни Люси вы прекрасно знаете, ни на сушенка, ни еще... Кучи и кучи таких же спасенных животных, которые в любви, которые вы видели, что и уляли на шее все время с ней. Скажи, она тоже должна оставлять. Иначе как она с этим малышом на шее войдет там, к медведям, к тигам? Мало того, что на малыша кинутся, так еще и на ляли. Мы за день заходим к куче хищников. Кому, скажи, можно этих музыков оставить, если не в детском саду, да? Чтобы не рисковать. Эй, отстань от Люси. Свой памперс сняла. Теперь Люсин. Скажи, машина и с собой брать это вынужденная мера, им гораздо... приятней, гораздо спокойней находиться в той обстановке, к которой они привыкли. Так что, дорогие друзья, я всегда объясняю один раз. Я вам объяснила по поводу того, что по поводу блокировки, по поводу котят, когда начался вот этот вот хейт. Ай-яй-яй, Люська буквально оторвет голову всем котятам, а у Шанель пропадет молоко. Сразу все в бан. Точно так же, друзья, тут такая же история. Не пишите мне потом, не пишите, пожалуйста, мне потом и говорите, а за что я в бане, а почему я не могу зайти? За вот эту вот дурь, что вы поддаетесь то хейту, то пытаетесь там коалиции какие-то создавать. Друзья, все коалиции создавайте у себя дома, на моем канале. Не нужно. Что ты ищешь у нее? У нее нет там молочка, она еще маленькая. Да. Вот как хорошо, что у животных нет никакого хейта. Да. Люся. Ну, обними ее, хотя ее обнять это ужас. Я вам покажу как-то, друзья. Я, конечно, еще раз попытаюсь одеть на нее подгузники. Но это жестко. 15 минут борьбы фактически привели к победе на сушенка. Полного.
Я просто боюсь, что она не только свои не дает одеть, что она еще и Люсины будет снимать памперсы. Вот, хороший. Все, Люся, теперь хейтеры напишут, что Люся потянула на сушку, да, за шкурку. Ай-яй-яй, пишем Бурматову. Скажи, пишите, писатели, да, контора пишет. А мы, скажи, будем показывать радостные ролики из нашей непростой, но такой веселой и интересной жизни. С любовью из Тайгана. Поехали в детский сад. Да. Люся в детском саду. Да, Люсика? А рядом наш второй сушонок. А там как? Вот такой детский сад. Мы положили до хрябы. Ей так удобней. А я его в тот раз ложила, просто Юля поставила, а он не залазит. Ну, ему неудобно. Угу. Маленький. Маленький еще так удобно. А вот хана игрушки пойдет. Эй. Люсик. Что? Моя зяйка. Моя зяйка. Я тебя люблю. Да. Тут она кушает сама. Да. Люсика. Так что вот такой у нас детский сад, где они прибывают, когда я занята. Эй! Эй! Эц! Скажи, не могу понять, что такое. Голос мамина не берет.